Минздрав России обеспокоен ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции в Дагестане. Об этом заявил глава министерства Михаил Мурашко на заседании президиума фракции «Единая Россия». Он отметил, что регион вызывает дополнительные опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации. Чиновник отметил, что на данный момент специалисты федерального Минздрава совместно с представителями Роспотребнадзора работают на месте. По последним данным, Дагестан занимает 5-е место среди регионов России по числу заразившихся коронавирусом. Сейчас в республике, по официальным данным, зафиксировано 2468 случаев заражения. 17 умерли. Однако, по информации общественников и представителей неправительственных организаций, эти цифры намного выше.